Ну что, мне кажется, надо про Москву спеть, да? Вы ж никому не расскажете, да? Я надеюсь, все свои или чужие затесались. Москва. Вы с Якутии ничего не красьте, вы заебали красьте. Ну, у нас в республике, в село нету газа. А у вас есть газ. Почему не подключаете нам газ? С зарплаты до зарплаты жить, это очень сложно. Газ, золото, алмазы, все себе берут. Вот когда наш первый президент был, у нас даже свет не платили, газ не платили. Ну, все же, местные же наши. Вот тогда было хорошо. Вот как пришел этот, русского посадили, даже выборов не было, просто его посадили. И все, он уже рос. Стыдно мне. Вот наша алмаза, золото. И все, нам ничего нету. Если бы Якутия отделилась от России, мы жили бы в достатке. Как Дубай был бы, если отделилась бы. Дома были каменные. Ну все было. Даже дороги были все нормальные. У нас дороги очень плохие. Все же видели Дубай, как живут. Так же мы жили бы. Все красота, все было. Все в достатке бы жили. Всех работа была бы. Все красиво жили бы. Даже, наверное, налог не платили бы. И как туркменистане тоже, у них нефть, газ же есть, электричество. У них же тоже, как местным полагается, газ бесплатно, электричество бесплатно. Бензин вообще дешево. Вот так. Если мы бы отделились, наша республика тоже так бы жила. А сейчас? Платим налоги. Живем в говне. Не, не слишком в говне. Не как Дубай. Правительство России все забирает же у нас. Нам бы осталось бы хотя бы половина. Если бы вот 90-е годы вот отделились бы, а все по-другому жили. В те времена вот газ, свет не платили, вот было хорошо. И ты бы сейчас не был в Украине? Да, точно, точно не был.